Blackwatch, Gingham, Royal Stuart, Tartan, Dress Campbell – все это только капля в море названий клетчатых узоров. Но в них не обязательно разбираться, чтобы быть в тренде в этом сезоне. Просто выбирайте любые понравившиеся брюки в клеточку. Это must-have в духе старой доброй Англии, знающий толк в стиле. Среди популярных брючных принтов – яркие цветы. На фоне снега они будут смотреться даже эффектнее, чем на подиуме. Если хочется чего-то более экстравагантного, можно выбрать дворцовый узор в викторианском стиле или рисунок под кожу рептилии. Чешуйчатые переливы на брюках завораживают. В честь Семирамиды названы знаменитые висячие сады древнего Вавилона посреди пустыни. Но есть и еще одно чудо, связанное с именем персидской принцессы. Она носила брюки за сотни лет до нашей эры. Тогда Семирамида участвовала в военных походах вместе с супругом в удобных шароварах. А позже девушек в Азии прилюдно сжигали на костре за такую дерзость. В прогрессивном Париже запрет на дамские брюки был отменен в 1909 году. Но общественное порицание осталось. Модниц не в юбках высмеивали, позорили, увольняли с работы. Здесь много ошибок, но самое главное – это то, что прямые классические брюки нельзя носить с грубыми ботинками, а тем более заправлять их вовнутрь. Что еще не так? Холодный оттенок брюк не сочетается с теплым оттенком джемпера. Строгая клетка никак не дружит с кружевной отделкой. Добавляют модных проблем спортивная шапка и сумка с розовым оттенком. Но кроме этого розового оттенка ничего общего с другими вещами у нее нет. Лучше всего классические брюки смотрятся в составе костюма с жакетом, особенно если к нему подобрать водолазку в тон и трендовые аксессуары. В нашем случае это молочные кожаные перчатки, очки на цепочке и объемный клетчатый шарф. Клетчатые брюки легко можно обыграть вещами спортивной эстетики. Добавляем объемный красный джемпер с лампасами в тон брюкам и огромный уютный синий шарф. Получается нескучный, динамичный и комфортный образ. Классические брюки в клетку несовместимы с грубыми ботинками, кружевом и случайными аксессуарами. Такие брюки хороши с жакетом, вещами в спортивной стилистике и с объемными шарфами.